В преддверии 8 марта власти Карачаево-Черкесии преподнесли замечательный подарок матерям республики. Сегодня по поручению главы республики Рашида Тимрезова депутаты Народного собрания приняли важный законопроект о возобновлении денежных выплат семьям, которые растят трех и более детей. Прежде всего хочу поздравить вас с днем принятия Конституции Карачаево-Черкесской республики, которую мы отметили вчера и вспомнили о том, как ровно 20 лет назад решением депутатов первого созыва парламента Народного собрания Карачаево-Черкесии был принят основополагающий документ, который на многие десятилетия вперед гарантировал защиту прав и свобод наших граждан, стал основой для социального экономического развития нашей с вами республики как неотъемлемой части Российской Федерации. Также хочу поблагодарить вас, уважаемые депутаты правительства Карачаево-Черкесии, что поддержали мою инициативу по восстановлению закона о ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Вчера на комитетах этот законопроект был рассмотрен и однозначно поддержан. Я надеюсь, что и сегодня вопрос включен в повестку, и мы этот вопрос с вами поддержите. В разработанном документе также по моему поручению предусмотрено, чтобы все семьи, в которых третьи или последующие дети родились в 2017 году, получили положенный им выплат. Это очень важный момент. Это мера господдержки из республиканского бюджета наряду с региональным материнским капиталом очень важна для нашего региона, где традиционно много многодетных семей. Считаю, что все виды господдержки, которые мы оказываем многодетным семьям в Карачаево-Черкесии, являются важной частью реализации поручения президента и помогут многодетным семьям ощутить поддержку со стороны республики и нашего государства. Надеюсь, мы все вместе активно включимся в работу по реализации еще одного поручения нашего президента Владимира Путина и в следующие 10 лет десятилетия детства. Я напомню, что малыши, которые родились в Карачаево-Черкесии с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016, получали специальные ежемесячные выплаты. Но те малыши, кто родились в прошлом году, выпали из-под действия данного закона. В прошлом году на 40-й сессии парламента руководитель республики поручил доработать социально значимые вопросы по поддержке материнства и детства. Так тоже может рассчитывать на поддержку от государства? Ответы в интервью председателя профильного комитета парламента Елены Червоновой. В преддверии 8 марта наши матери получили замечательный подарок. На сессии Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики были два очень важных принятых законопроекта о ежемесячных выплатах на первого ребенка и о продлении ежемесячных выплатах на третьего ребенка. Эти два законопроекта очень важны для республики, потому что было поручение главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисбиевича Тимрезова о том, что мы должны всячески поддержать материнство и детство и сделать все возможное, чтобы наши матери были довольны. Вот как раз в реализации данного поручения были сегодня приняты два законопроекта. Я остановлюсь на них более подробно. Ежемесячные денежные выплаты, которые будут получать семьи, в которых родился первенец с 1 января 2018 года, эта выплата будет адресной. Она рассчитана на то, чтобы семья получала эту выплату до достижения ребенком 1,5 лет. Вот. Так как это заявительный характер, то, соответственно, есть и критерии нуждаемости. Семья должна иметь доход, не превышающий среднедушевого, 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе. Выплата будет составлять 9 428 рублей. Откуда берется эта цифра? Эта цифра из прожиточного минимума на ребенка в субъекте за второй квартал предыдущего года, то есть второй квартал 2017 года. Также хочется сказать, что этим законом мы наделили полномочиями по выплатам этой ежемесячной денежной выплаты муниципальное образование городов и районов Карачаево-Черкесской республики. Следующий закон, если рассказать ранее историю его, он был принят на период с 1 января 2014 года и ограничен 31 декабря
2016 года. То есть дети, рожденные в этот период, получали до 3 лет ежемесячные денежные выплаты на третьего или последующего ребенка, то есть на одного, не на всех подряд, а на одного, либо это третий, либо последующий. Эта выплата была тоже адресной, тоже касалась семей, где среднедушевой доход не превышал размера прожиточного минимума в Карачаево-Черкесской Республике. На сегодня эту выплату продолжают получать дети, рожденные в 2016 году. Сумма составляет 9231 рубль. Чем вызвано было, что подготовлена таблица поправок? Тем, чтобы мы убрали ограничение по 31 декабря 2016 года, чтобы дети, рожденные в 2017 году и далее, могли иметь право на эту ежемесячную денежную выплату. Как раз в законе говорится, вот и в поправке, таблице поправки говорится четко, что дети, рожденные в 2017 году, имеют право на эту выплату. И, соответственно, этот год, 17-й, так как он уже прошел, он будет выплачен семьям, которые претендуют на эту выплату и подходят под действие данного закона. Но уже в каком виде эта будет выплата осуществляться, будет далее подробно рассказано и прописано в постановлении правительства, я думаю, либо в других актах. Вот сейчас многие наши телезрители увидят, услышат, прочитают. Я думаю, что им делать? Я думаю, что информации будет еще очень много дано и на сайте Министерства труда и соцразвития. Мы на своих встречах будем объяснять. А так, пакет документов в законе прописан, они идут в органы соцобеспечения в каждом городе и районе и подают заявление на получение этой выплаты. Это касается ежемесячных денежных выплат на первого ребенка и то же самое на третьего и последующих. Также хочется сказать, что глава нашей республики уделяет действительно большое внимание охране материнства и детства. Поэтому и сегодня его решение и его просьба, поручение, можно назвать по-разному, было и поддержано, и одобрено. И вы видели, что большинство, не большинство, а в полном составе депутатский корпус поддержал и проголосовал за эти два важные закона. И если перечислить нашим избирателям, какие же меры соцподдержки сегодня существуют для материнства и детства, то можно перечислить. Это будут выплаты на первого ребенка до 1,5 лет, на второго ребенка получают сертификат материнский, это федеральный. Вот. На третьего ребенка у нас предоставляются и земельные участки, и также ежемесячные денежные выплаты до 3 лет. Также, я думаю, что продолжат действие, потому что глава давал такое поручение о продлении регионального материнского капитала, и сейчас выплачиваются средства из республиканского бюджета детям, которые родились в 2013 и 2014 годах. Соответственно, если этот закон будет продлен, то это тоже одна из форм поддержки, региональный материнский капитал. И также вы знаете, что матери, которые родили и достойно воспитали 5 и более детей в республике, они имеют право на получение почетного знака «Материнская слава». Все это вместе, я думаю, составляет очень хорошую поддержку. Тем более, если мы обратимся далее, и в своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень четко обозначил векторы развития дальнейшей жизни нашего государства. Это и объявление десятилетия детства, это и поддержка и охрана материнства и детства, это продолжительность жизни населения, и также демографический вопрос тоже стоял очень актуально и важно. И также говорилось о том, что на эти цели будет выделено и предусмотрено 3,4 триллиона рублей. Я думаю, что это довольно-таки большая такая поддержка, и наши мамы будут довольны. И, пользуясь случаем, если вы позволите, я их всех поздравляю с наступающим 8 марта. Желаю самое главное – здоровья, счастья, радости, мира и процветания нашей республики. Позвольте уточняющий вопрос. Те законопроекты, о которых вы говорили, откуда будет финансирование по первому и по второму? Ежемесячные денежные выплаты на первого ребенка – это всецело федеральный бюджет. Ежемесячные денежные выплаты на третьего и последующих детей – это совместное ведение как федерального бюджета и Карачаево-Черкесской Республики.